Том Сойер Фест готовится к официальному закрытию в Архангельске. На протяжении 4 месяцев горожане могли наблюдать, как преображается дом коммерческого собрания, известный также как Марфин дом. Фестиваль восстановления исторической среды объединил тех, кто хочет сделать город лучше. К работам могли присоединиться все желающие. Фестиваль существует как раз за счет тех неравнодушных жителей, которым не все равно на деревянное наследие города. Мы занимались конкретно ремонтными работами, чистили краску, грунтовали и красили. Архангельск присоединился к фестивалю впервые и сразу удивил. Музейный комплекс стал самым большим объектом за всю историю фестиваля. В этом совместном проекте по ремонту фасадов Дома коммерческого собрания музей взял на себя функцию сопровождения документарного этих работ от разработки необходимой проектной документации до согласования с органом охраны самого процесса производства работ. В том числе музей Малой Карелы отреставрировал главные служебные входы. Зимой отремонтируют балюстраду. Кроме того, особняку 19 века вернули его первоначальный цвет. На фасаде вновь появится золотая табличка, подтверждающая статус объекта культурного наследия.